Мур, привет, друг, это Зверько. К черту предисловие, заменю на пояснение. Вижу комментарий по типу «непонятно, что с Эстесом». Но все же разжевано. Вы получаете бонус к физической и магической атаке, если кого-то лечите, кроме себя. Все, дальше у меня в видео пояснение, как это отразится на геймплее. Теперь про Рафу. Я не знаю, улучшили модельку самой Рафы или нет, оцените сами по видео. Но что визуально изменили, так это навыки. Теперь симпатичнее и более четко видно, кого атакует первый навык. Он мне напоминает магию льда из Final Fantasy Tactics. Исцеление сделали очень симпатичным. А ульте ускорили анимацию, наконец-то. Теперь колдует быстрее, а летит скорее. А значит, будет сложнее увернуться от ульты Рафаэль. Основные изменения коснулись пассивки. Я назову ее «У-сука». После смерти Рафа, подобно ульте Лесли, выстреливает в противника лучом, который сносит цели 25% от максимальных хп. Как и с ультой Лесли, выстрел можно заблокировать. С щитом бессмертия двойного срабатывания пассивки нет. Честно сказать, я считаю посмертные навыки фигней. Напиши в комментариях, как тебе подобные изменения, а я возьмусь за Ли Сун Сина. Ставь лапку и пока!